Всем привет! Один мой знакомый обратился ко мне по поводу того, что ему предложили автомобиль Daewoo Nexia 2010 года по очень вкусной цене. И он спрашивал у меня, каково мое мнение об этом автомобиле вообще, как бы в целом. Но он у меня это спросил не зря. Когда-то я был владельцем автомобиля Daewoo Nexia, по-моему, 2000 года, я уже точно не помню. Вот. И, собственно говоря, я рассказал ему все плюсы, все минусы этого автомобиля. Вот, да, 2010 года это уже как бы рестайлинг идет. Единственное, ему предлагают автомобиль с 16-клапанным двигателем. Мой автомобиль был с двигателем 1.5, 8 клапанов. Я подумал, может быть, у кого-то такая же есть дилемма, да, брать этот автомобиль или не брать. Для начала я расскажу такую краткую историю, как я познакомился с этим автомобилем. До него у меня был ВАЗ-2112 синего цвета 2002 года, которым, в принципе, я был доволен. И также мне попался по интересной цене автомобиль Daewoo Nexia. Из комплектации там было все 4 стеклоподъемника, кондиционер, гидроусилитель руля. В принципе, больше никаких плюшек и не было. Значит, первое впечатление, которое у меня создалось после двенашки, когда я сел в Nexia, мне показалось, что в салоне тише, чем в двенашке. По крайней мере, если сравнивать с той моей. Не знаю, как это сейчас все выглядит, но тогда мне показалось, что да, немножечко потише. Да, где-то что-то поскрипывает, но в общем, да, переезжая какие-то стыки, ямки, автомобиль вел себя более комфортно, скажем так. Далее из плюсов мне понравилось то, что там был гидроусилитель руля. То есть после двенашки без гидроусилителя. Причем это было намного комфортнее, сами понимаете. Ну и плюс кондиционер. Но кондиционером я пользовался редко, потому что двигатель был 1.5, и его очень сильно не хватало. Там, по-моему, 75 лошадей всего было при включении кондиционера. Можно было забыть вообще о какой-либо динамике, то есть это только для стоянок в пробке, скажем так. Проехав какое-то количество километров на нем, я начал замечать, что расход топлива несколько выше, чем был у меня на двенашке. Путем некоторых замеров я выяснил, что расход у меня где-то колебался от 12 до... Точнее, не так, от 11 до 13 литров. Я так и не нашел причину, возможно, автомобиль, собственно говоря, и расположен этот двигатель к такому расходу. То есть старый опелевский двигатель, автомобиль достаточно тяжелый для него, то есть 75 лошадиных сил, то есть динамики никакой, приходилось крутить автомобиль, поэтому, видимо, был такой расход. Ну и плюс двигатель сам по себе устаревший, старый. В принципе, автомобиль нравился, на нем было комфортно более-менее передвигаться. Далее в процессе начали проявляться кое-какие минусы. Минусы заключались в том, что все-таки в автомобиле было очень тесно. Поначалу это как бы в глаза не бросалось, да, от общей эйфории автомобиль новый. Даже пассажир, который садился на соседнее кресло, да, на пассажирское, говорил, что некуда девать ноги. Я с этим согласен, то есть места для ног очень мало, вообще пространство очень маленькое. Задний ряд сидений такой же маленький, там также неудобно. Далее, как только начал появляться небольшой мороз, на улице приходилось включать печку, я включал печку, и печка, можно сказать, грела очень-очень плохо. Я уж не знаю, может быть, это косяк именно моего автомобиля. В общем, печка мне не понравилась, минус. Далее еще такой момент, который прям тоже очень жирный минус, это отсутствие регулировки руля вообще в любых положениях. Вверх-вниз, я уж не говорю там про вылет, он даже вверх-вниз, по-моему, не регулировался, и это очень бесило, потому что удобную посадку для себя выбрать я так и не смог. Постоянно приходилось двигать сиденье то так, то так. То есть на дальнюю дорогу очень тяжело. В общем, не очень комфортно. Не знаю, может быть, для кого-то по росту подходило, может быть, кому-то было комфортно, но мне, по крайней мере, было не очень комфортно это делать. Через мойку, через две я стал обращать внимание, что стали появляться такие вот, знаете, пятнышки ржавчины где-то там, там, там. Вот. Но не критично, то есть она не сгнивала прямо вот здесь и сейчас. Но вот такие вот на сколах где-то что-то образовывалось. Но не критично. Далее еще одни такие минусы. Выезжая, например, куда-то на рыбалку, мне приходилось сталкиваться с такой проблемой, что свесы, что впереди, что сзади, у нее очень, можно сказать, большие. Ну, достаточно большие для того, чтобы невозможно было в некоторых местах, допустим, съехать с трассы, да, или взобраться в гору там в какую-то, да, поехав там на рыбалку, я столкнулся с одной такой проблемой, я постоянно упирался бампером, да, то есть я постоянно его царапал и так далее. То есть вот эти свесы, конечно, не для проселочных дорог, это однозначно. А, кстати, еще один минус, не складывается заднее сиденье, это прям вот косяк, это прям очень большой косяк, что-то длинное перевести, это прям проблема, это надо полностью откручивать спинку, снимать, но это лишняя проблема, сами понимаете. Багажник просто огромный, там можно, казалось бы, перевозить, ну, все что угодно там, да, но на самом деле я столкнулся с такой проблемой,
Нужно было привезти напольную кафельную плитку стандартного размера, да, там. Я положил три пачки в багажник и поехал. Всю дорогу я слышал, ну, явно что-то обо что-то трет. Ну, думаю, ну, трет и трет что-то. Ну, сейчас приеду, посмотрю. И я посмотрел, у меня просто-напросто протерлись подкрылки, да, защита. Пластиковая защита, она протерлась просто от колес. Протерлась, понимаете? Далее я столкнулся с такой же проблемой, когда у меня сзади сидело три человека, да, и при езде по трассе я также все это шоркало, также задевало арки. То же самое, когда мы ехали по грунтовой дороге, это все задевало. Очень слабые стойки, очень слабые пружины, это прям тоже жирный минус. То есть багажник большой, а возить там можно только, я не знаю, там перины, подушки, одеяло, что-то такое. Я столкнулся с проблемой, что у меня примерзают двери. Причем примерзали не до такой степени, что приходилось кипятком просто поливать двери, кое-как открывать хотя бы водительскую. То есть замерзало наглухо, просто, я не знаю, я даже из салона пытался просто дверь выбить уже, знаете, со злостью, у меня это не получалось. Просто приходилось машину ставить там в теплый бокс, оттаивать ее. И постоянно такая ерунда, практически постоянно, даже как вы не смазываете, почему-то у меня очень сильно промерзали двери. Не знаю, если у кого-то была Nexi или есть, напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли действительно такая проблема, или это у меня конкретно такой прям случай, можно сказать, частный. Потом стали проявляться проблемы со стеклоподъемниками. С электрическими стеклоподъемниками, то есть опускаю стекло, а подняться ему уже просто тяжело. Такое ощущение, что ему не хватает, знаете, вот как будто батарейки сели, можно так сказать. Правый стеклоподъемник у меня вообще почему-то стекло перекашивало, приходилось также руками его поправлять, вот, и тоже с натяжкой он поднимался вверх. Опять же, может быть, это частный случай, я не говорю про все Nexi, что у них такой косяк. Опять же, напишите в комментариях, как у вас дела со стеклоподъемниками, у кого была Nexi. В один прекрасный момент мне попались бушные стеклоподъемники, тоже с Nexi. Я решил их заменить, думаю, ну, скорее всего, что-то с моторчиком, ну, надо поменять, и все пройдет. Я поменял стеклоподъемники, все поставил на место. Ситуация практически не изменилась. Ну, чуть-чуть получше стало, конечно, да, но все равно с натяжечкой почему-то вот вверх не очень хотели стекла подниматься. Но далее я столкнулся с еще более интересной проблемой. Это уже было перед продажей автомобиля. В один прекрасный момент я ехал, чуть-чуть у меня было приоткрыто окно, и раздался такой грохот, и у меня просто упало стекло вниз. Оно просто упало, не разбилось, оно просто упало. То есть оборвало тягу или что. Я не стал уже разбираться, мне не хотелось снова менять стеклоподъемники, потому что это было все очень проблематично и долго, в общем, с этим заморачиваться. Я просто взял кусок полипропиленовой трубы, отрезал по размеру и вставил просто под стекло кусок трубы в распор, чтобы стекло не падало. То есть вот так я ее, собственно говоря, и продал. С этим, естественно, предупредив человека, что вот такая вот ерунда, сделал скидку на ремонт этого стеклоподъемника. В остальном, в принципе, таких вот хлопот он как бы не создавал, да, не было каких-то проблем с двигателем. Да, кстати, запчасти, в принципе, можно сказать, такие же, как и на наши автомобили, но такие детали, как, например, там шаровые, там тяги, сайлентблоки, там и так далее, это все, в принципе, равноценно с нашими, например, десятками, двенашками, примерно в одной стоимости. Но есть такие детали, которые прям бесят. Например, я менял крышку трамблера и бегунок. Там система зажигания с трамблером на этих двигателях была. Вот, так что не удивляйтесь. В общем, крышка стоила на тот момент порядка 1500, крышка трамблера, да, и бегунок стоил 900 рублей. Вот это я прям хорошо запомнил, что, ну, необоснованно дорого, да, сами знаете, сколько стоит бегунок на наши автомобили, так же, как и крышка. Может быть, это все ходит, конечно, гораздо больше, вот, не спорю. То есть, в принципе, автомобиль неплохой. Тем более, после рестайлинга он выглядит довольно-таки симпатично. Салон по-прежнему маленький, но, естественно, ничего не поменялось. Но все вот эти минусы, в принципе, они остались. Двигатель там стоит уже 16-клапанный, по-моему, такой же стоит на Chevrolet Lachetta. Если я не прав, поправьте меня. Вот, двигатель неплохой, двигатель надежный. То есть, просто автомобиль. Просто автомобиль, возможно, даже по надежности он немного превосходит наши, например, автомобили там 10-го семейства и так далее. Я имею в виду той ценовой категории, которая стоит сама Daewoo Nexi. Я думаю, кому-то было интересно услышать и плюсы, и минусы этого автомобиля. Ну а далее выбор уже остается за вами. Спасибо, что смотрите. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. В общем, всем спасибо за внимание. Всем пока!